Благодаря появлению проекторов с высокой мощностью светового потока, тенденция к проведению фестивалей света и световых шоу получила широкий резонанс и распространение. Санкт-Петербург, с точки зрения культуры и истории, идеальное место для проведения подобных представлений. Сегодня в городе уже существует фестиваль света, начавший свою историю с проекции на Александринский театр. В рамках фестиваля света осуществлена проекция на Исаакиевский собор, здание Синода, как арт-объект представлен памятник и символ нашего города – медный всадник. Проекции технически реализованы с использованием проекторов Panasonic высокой мощности со световым потоком 20 000 ансилюменов. В рамках проекта «Исаакиевский собор» было использовано 52 проектора. Сегодня различными компаниями уже осуществлены проекции на здании биржи, здание Елагиностровского дворца. Несколько представлений показаны на Дворцовой площади. Мы рады видеть зрителей, жителей Санкт-Петербурга и гостей нашего города на подобных мероприятиях. Надеюсь, что проведение фестиваля света и световых шоу станет неотъемлемой традицией города Санкт-Петербурга.